Марина Нечаева представляла интересы членов садоводческого товарищества «Дружба», постоянная прописка которого в Приморском сельском округе. Один из вопросов, волнующих сегодня постоянно проживающих на территории товарищества жителей, касается движения общественного транспорта. Просьба анапчанки продлить время работы рейсового автобуса в будние дни. Сергей Сергеев поручил провести мониторинг в наиболее востребованные пассажирами общественного транспорта дни и часы. Полученные данные позволят принять решение об оптимизации автобусного маршрута. Еще одна просьба Марины Нечаевой – рассмотреть возможность оказания медицинской помощи жителям СОД «Дружба» в Цибанабалке. Этот вопрос также требует изучения, ведь это увеличение нагрузки на сельскую поликлинику. Прежде необходимо предусмотреть наличие необходимых специалистов. Содействие главы Анапы в вопросе организации занятий по вольной борьбе попросил житель Цибанабалки Максим Шараев. Суть вопроса – закрепить помещение за спортивной секцией в Доме культуры поселка Пятихатки. Сергей Сергеев пообещал взять решение этой проблемы на контроль. По всем озвученным вопросам заявители получат подробные разъяснения.